37-летняя Светлана Лобода снялась в клипе 56-летнего Тили Линдеманна на композицию под названием «Фрау». Певице досталась главная роль в ролике. Видео Тиль выпустил вместе со своей группой Линдеман. Клип получился очень сексуальным и провокационным. По сюжету героиня Светланы работает на заводе, а Тиль – ее босс. Блондинка случайно разбивает товар на глазах у своего начальника. После этого между мужчиной и женщиной разгорается страстная борьба, а в финале Лобода разбивает лоб Линдеманну пепельницей. Оказывается, что героиня певицы – возлюбленная брата своего босса, который в это время был в космосе. Светлане Лободе и Тилю Линдеманну уже 2 года приписывают роман. Многие уверены, что дочь Тильду артистка родила от немецкого певца. Недавно Светлана Лобода попала на постер группы Тили Линдеманна. Артистка в бра и расклешенных леопардовых брюках вышла в свет. Блондинка в купальнике сделала поперечный шпагат на пляже в Омане.